Устали ждать милости от властей, сделали своими руками. Жители микрорайона «Центральный» начали благоустраивать детскую площадку. После того, как их многочисленные просьбы об обустройстве игрового городка остались без ответа, родители взяли инициативу в свои руки. Ольга Русул продолжит. Что нам снег, что нам зной. Несмотря на противный моросящий дождик, на детской площадке кипит работа. Стойкие к непогоде папы вооружились инструментами и творят для своих детей радость. Мы делаем площадку, потому что тут вот эти только. И тут нет было только никакой площадки. Вот мы начали делать. Эту площадку мы строили, мы все вместе строили. И я бы очень сильно хотела, чтобы здесь еще построили горки и небольшой кораблик. Намного больше горок, какие-нибудь турники поставить. И тренажеры, как на какой-нибудь замок большой из дерева сделать. На месте этой площадки еще лет 30 назад были установлены металлические качели-лестницы. Последнюю карусель в целях безопасности спилили пару лет назад. После этого жильцы домов многократно обращались в управляющую компанию с просьбой поставить городок для детей, сделать горку. Но все просьбы оставались без ответа. Зимой я хотел сделать здесь горку для детей снежную. У меня были все возможности просто привезти и самому сделать. Я звонил в управляющую компанию, спрашивал. Они говорят, мы не можем ничего сделать с этим. К трактористу подходил здесь, который убирал снег. Он говорит, я тоже не могу без управляющей компании. И в итоге мы остались без горки так. Сначала ходили мы тут и опрашивали людей и тому подобное. Чтобы нам сделали управляющую компанию. Чтобы сделали сюда какую-то... Облагородили вот эту территорию, потому что... А так мы устали просто смотреть на это. Серость, площадка большая, ничего здесь нету. Детям некуда бегать, играть. Все время стараются бежать на какие-то другие горки. Ну почему бы и не сделать в нашем дворе? Родители решили сделать детям подарок – игровую площадку своими руками. Собрались инициативные группы и приступили к работе. Материалы для площадки собирали всем миром. Что-то купили, что-то отдали добрые люди даром. От пила материала зависит. Вот, допустим, вот нашел я брус, он стал самолетом. То есть, вот, был бы чуть подлиннее, он стал бы там, качелью. На качель потом уже тоже добрые люди, оказывается, есть, когда начинаешь людей спрашивать. И для хорошего дела они не отказывают. Где-то какие-то предприниматели помогли с пиломатериалом и тому подобное. И вот с миру по нитке, вот собираем, вот. Оттуда и все. Работают по выходным. Во двор выходит кто-то один, а потом подтягиваются остальные. Пилят, красят, творят. Дети радуются. Мы вообще сами не ожидали. Дети прибегают. Еще родители детей тоже прибегают со всех домов. Помогают. Родители там мусор с детьми убирают. Кто-то подбегает, давайте мы покрасим. Кто-то предлагает помощь. Мы сами не ожидали, что так получится. Инициативные родители планируют облагородить пустующие углы площадки. Поставить несколько архитектурных форм. Ольга Русул, Влад Ткачев, телеканал «Север».